Цирк Баттерфляй. Эй, смотри, мы поедем туда? Сэмми, ты разбиваешь мне сердце. Мы единственный цирк, который тебе нужен, сынок. Но там есть карусели. Заедем, мистер Мендес? Почему нет? Вперед. А ну, парни, пора увидеть бородатую леди. Кто со мной? Мои великие гадалки, присаживайтесь. Я расскажу все о вашей судьбе, великие гадалки. Я тебя догоню, и схвачу. Поймаю тебя, если смогу. Подходите, дамы и господа, у нас лучшее шоу рода в городе. Все внутри, заходите и смотрите. Подходите, дамы и господа, у нас есть леди Лалу. Ну же. Подходите, дамы и господа, подходите, лучшее шоу в городе. Вот женщина с умопомрачительным весом. У нее зверский аппетит. Поедает кур целиком. Теперь посмотрите сюда. Это человек-картина. Его путешествия по миру отражены на каждом дюйме его тела, от головы и до самых пят. А сейчас, дамы и господа, соберитесь с духом. Настоящее извращение природы. Человек, если можно его так назвать, которому даже Бог повернулся спиной. Я представляю вам. Неполноценное создание. Проходите, дети. Ты просто изумителен. Эй, осторожно! Что ты себе позволяешь? Все в порядке? Ничего страшного. Это моя вина. Возможно, я подошел слишком близко. Не так ли, друг? Приятного вечера вам. Только попробую выкинуть такое еще хоть раз, урод. Очень мило, Уилл. Похоже, ты передумал попасть в самое фантастическое шоу. Что ты несешь? Ты ничего не понял? Это был Мендес. Ты только что плюнул в шоумена, хозяина цирка Баттерфляй. Бабочки, бабочки. Ты меня убил, Уилл.
Я проголодался. Пойду съем сахарный ват. Человек, если можно так его назвать, которому даже Бог повернулся спиной. Неполноценное создание. Замечательно. Босс, доброе утро. Доброе утро. Действительно доброе. Потанцуешь со мной? Спасибо. Ты можешь принести мой чемодан? А то он такой тяжелый. Ты ведь такой сильный. В машине мертвец. Что? Ну и ну. Вы только посмотрите. Это же прекрасно. Пойдем к огню. Тебе нужно согреться, малыш. Я Сэмми. А как твое имя? Я Уилл. А где твои руки и ноги? Сэмми. Что, мама? Он теперь тоже будет в нашем цирке? Возможно, буду. Подождите минутку. Здесь ведь нет шоу уродов. Что ты имеешь в виду? Они есть в каждом цирке. Люди везде приходят смотреть на нас. И почему они приходят, Уилл? Но разве вы не делаете этого? Нет. Нет ничего хорошего в демонстрации физических уродств. Посмотри, Уилл, мы тут все счастливы. И ты можешь остаться с нами, если пожелаешь. Я действительно делаю совсем другое шоу. А теперь величайшее проявление человеческой гибкости. Имею удовольствие вам представить Анна, королева воздуха. Перед вами самый сильный человек на Земле. Мастер на летающей трапеции, старейший артист в воздухе, Поппи! Смотрите нас на ярмарочной площади. Только два дня. Подходите, цирк Баттерфляй в городе. Здравствуйте. Мой сын хотел поприветствовать самого сильного человека. Хорошо, можешь подойти и удостовериться в силе моих мускулов. Вы тоже участвуете в шоу, мистер? Нет, не совсем. Пожалуй, мы пойдем. Благодарю вас. Удачи. Ты видел это, пап? Однажды я тоже стану самым сильным в мире, таким, как он. Ведь стоит только захотеть. Да, сынок, если захотеть, можно стать кем угодно.
Дамы и господа, девочки и мальчики, нам с вами, как и этому миру, необходимо маленькое чудо. Посмотри, мам, билеты. Великолепно, не так ли? Их движения полны невероятной энергией. Такие цветущие и грациозные. Они поразительны. Ну а ты? Проклятый с рождения. Человек, если его можно так назвать, которому даже Бог повернулся спиной. Прекрати! Почему ты мне это говоришь? Потому что ты сам уже поверил в это. Но если ты сумеешь разглядеть проблески подлинной красоты... Удача там, снаружи. Теперь это твоя проблема. Такая ты мне не нужна. Катись. Проваливай отсюда, куколка. Вот тебе на дорогу. Но они не похожи на меня. Да. А значит, у тебя есть преимущество. Ведь чем сложнее борьба, тем значительней победа. Я не могу найти мою гусеницу. Где она? Она превратилась в кокон. Видишь? Это хорошо. Скоро она станет столь прекрасной, что ты ее просто не узнаешь. Эй! Джордж! Поппи! Помогите мне перейти. Кто-нибудь поможет мне? Эй, Джордж! Помогите же! Эй, ты куда? Да что с тобой? Ты бросишь меня здесь? Я думаю, ты и сам справишься. Что? Ты думаешь, я волшебник, умеющий летать, а? Эй, Джордж, Поппи, как водичка? Самое время купаться. Смотрите!
Эй, Уилл, ты идешь? Уилл? Эй, Уилл упал в воду! Уилл! 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 Нет, нет, подождите! Смотрите, я плаваю, я могу плавать! Ты плаваешь, как пивной бочонок. Иди-ка сюда. Вы не поверите своим глазам, увидев человека со столь отважной душой. Он бросает вызов самой смерти, забираясь на 50 футов вверх, а потом прыгает в воду и остается жив. Послушаем, что там говорят. Спасибо. Как вы это делаете, мистер? Неужели вы не боялись? Ведь там было так высоко. Дорогой, ты тоже все сможешь. Вы не пострадали при ударе о воду? Она все же поднялась с Эми.